Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, и вы смотрите очередной выпуск программы «Фейк Машина». Сегодня я взял на проверку очень большой баян, множество раз перезалитый, множество раз переснятый, но очень-очень неправдоподобный. Ссылка, как всегда, есть в описании, но я пошел проверять. В общем-то, суть видео предельно ясна. У нас есть переноска, удлинитель, как говорят. Мы втыкаем переноску саму в себя. Далее достаем пьезоэлемента зажигалки. Несколько раз делаю, чтобы проскакнула искра, и по идее от этого удлинителя мы сможем запитать какой-либо электроприбор. То есть по логике, когда мы делаем небольшую искру, электричество проходит по кругу и возвращается в саму переноску, и уже выходит на эти две розеточки. Ну, давайте попробуем. Итак, разбираем зажигалку. У меня есть опыт разбирания зажигалок. Делается это очень просто. Снимаем кнопочку, снимаем эту штучку. Вот. Как-то ее снять, да? Главное, нужно вытащить пьезоэлемент. Вот. Тут даже леска мешает. Вот, все, пьезоэлемент мы вытащили. Главное, чтобы он давал искру. Так, проверим, дает ли он искру. Да, искра есть. В общем-то, теперь мы втыкаем вилку в розетку, то есть в переноску. Теперь мы берем наш пьезоэлемент и делаем небольшие искорки. Так, думаю, сколько вот хватит. Ну и все, мы сейчас будем тестировать. У меня рядом как раз есть лампа. Проверим, будет ли она гореть. Вот так. Втыкаем лампу. И да, действительно горит, это работает, прикольно. Естественно, вся эта фигня не работает. Я сделал небольшой трюк, то есть наврал вам. Так же, как и все автора подобных видео. Вот вторая переноска. Эту переноску я втыкнул в эту переноску, то есть это вообще левая переноска. А провод от этой переноски я втыкнул прямо в розетку. Я сделал это с помощью монтажа в проверяемом видео. Там был просто какой-то другой чувак. Если прислушаться, то можно услышать, как чувак делает искру, и на заднем фоне слышен другой звук, как кто-то включает вилку в розетку. Да и вообще, как от такой маленькой искры может запитаться фен, лампа или миксер, как там делали? Ну, здесь напряжение очень-очень маленькое, поэтому хватит разве что на то, чтобы светодиод на секунду загорелся. В сегодняшней проверке я по-быстрому доказала, что проверяемое видео фейк, и в нем нет ни капли правды. Я еще не монтировал это видео, но уже предвкушаю, что оно будет коротким. И чтобы сделать его более интересным, я хочу запустить такой небольшой интерактивчик. У меня есть фен, у меня есть шарик для пинг-понга, и сейчас я сделаю одну шнягу. Присылайте мне в комментарии видео, где вы занимаетесь подобной фигней. При этом нужно делать разные трюки, отскоки шарика. И лучшее видео я выберу, лайкну его и покажу в следующем выпуске фейк-машин. Ну а на этом все. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите какой-либо комментарий. Всем пока!